Всем приветик. У нас уже 16 марта, и мы уже собрались. У нас 5 утра. Ну, мы встали в 4, но пока собрались уже 5. Вон, чемоданы все готовы. Так что собираемся лететь в Одессу. Все, мы уже в аэропорту. Сидим, ждем самолетик, да, Настюш? Настя, как обычно, в коляску села. Ужас. Зачем тебе эта коляска? Шановні Państwo, вітаємо в Варшаві на лотнисько імені Фредерика Шопена. Zanim samolot dokołuje do stanowiska postojowego, prosimy, aby nie odpinali Państwo pasów bezpieczeństwa. Manuel Kato, Frederick Chopin, Airport in Warsaw. Unless we finish taxiing to our parking position, please do not unfasten your seatbelts. We don't want you to forget another personal belongings, so please check the seat pockets and luggage compartments. Сейчас будем вылетать в Одессу. Załoga kapitana Sławomira Zadykowicza. Mam nadzieję spotkać się z Państwem. To najszalda dla nowy wylądek na pierwszym on board. Всем приветик, вот мы уже и в Одессе. Долетели мы хорошо, у нас уже следующий день. Я вчера уже ничего не снимала, потому что мы были все уставшие. Короче, я ничего не засняла. И это, получается, долетели мы хорошо. А вот Настя себя вела не очень хорошо. Не знаю, наверное, она была уставшая. То есть она должна была, она выспалась. Я ее позавчера, ну, легла. Позавчера ее положила спать в 5 вечера, она спала до 5 утра, то есть она была выспанная, ну не знаю, она говорила, хочу спать, но не могла уснуть, короче, была она без настроения. В Кракове, получается, когда мы были в аэропорту, ждали посадку, то там была коляска, вот эта вот я снимала, а в Варшаву, куда прилетели, там не было коляски. И Настя вот это вот раскричалась, где коляска. У меня остается полчаса до посадки. Я хотела еще успеть ее покормить. Она раскричалась. Короче, телефон я забыла дома. Да, без телефона вообще жесть. И это, пришлось мне подключить ноутбук к Wi-Fi, чтобы хотя бы написать, что я уже долетела всем, чтобы не переживали. И потом еще включила Насте мультики, и только тогда она успокоилась. Да, вот тот отрывок с Винки Пеппа она посмотрела, и все. И потом мы пошли уже на посадку. Долетели мы прекрасно на двух самолетах. В Одессе пилот вообще сел идеально. Там все были в шоке. Типа там слышу сзади разговоры. О, сейчас мы будем типа в Одессе садиться, тут же полоса плохая, то все. А пилот такой раз приземлился и вообще незаметно. И все такие, короче, все удивились очень. Так что пилот молодец. Сейчас там Настя уже играется у нас. Настя там у нас играется машинкой. Да, Настюш? Да. Настя очень любит машинки. Да, желтая и красная машинка. Молодец. Это у нас была в гостях подружка и принесла такую вот раскраску с наклейками. И Настя вот играется теперь, приклеивает наклейки. Да. Нравится? Да.
И мне нравится, что тебе нравится. Настя вообще любит эти все наклеечки клеить. Да, я на руку прицепила, потому что Насте трудно с того листика их снимать. Я на руку, а потом она с руки их клеит. Такое яблочко с гусеницей, да? Ку-ку! Настя! Ура! Все, гусеница готова с яблоком. Давай покажем. Вот, что у нас получилось. Следующую картинку. Давай. Бомба, как бы сияла, била. Машина. Да? Да. Будем клеить машину? Так, машина. Ну, давай. Молодец. Еще? Смотрите, что Насте подарили. Ой, какая ты красивая. А ну, повернись. Покажись. Ух ты. Ой, красота. Нравится? Да. Вот, а ты не хотела одевать, еле одели. Да? Смотри, какой мех красивый. Ой, красивая. Ой, красивая. Ты волосы расчесываешь или спинку? Вот тут. Вот тут это спинка. Ну что, будем мы с вами прощаться. Спасибо, что смотрели нас. Подписывайтесь на канал. Пока-пока! Пока-пока!